Питання, яке ми, мабуть, теж щодня задаємо і говоримо про це в нашому ефірі, про можливу загрозу з боку Білорусі, особливо в світлі того, що риторика Олександра Лукашенка насправді останнім часом дещо змінюється. Поговоримо зараз про це з Олександром Азаровим, це екс-співробітник МВС Білорусі, він з нами вже на прямому зв'язку. Олександре, вітаємо вас. Да, добрий день. Олександре, отож, давайте перш за все те, що ну непокоїть там так найбільше, так чи дійсно от останнім часом, тому що мені розповідали так само знайомі з Білорусі, що збільшується кількість російських військових там в співвідношенні навіть 1:3, так на одного білоруського військового зайшли там три російських. Зараз ми от бачимо, чуємо про гаубиці і так далі. Невже дійсно виникає, от розвивається оця загроза і готовність Олександра Лукашенка вдарити по Україні? Но вообще сейчас мы не видим, что войска белорусские готовы нападать на Украину. Не видно развертывания каких-то войск, не видно такой активности, которая была в феврале месяце, когда началась война. Вы вспомните, как приехало в Беларусь огромное количество российских войск. То есть для нападения нужно примерно такое же количество. Сейчас в Беларуси этого не наблюдается. Белорусская армия не готова к войне. С 2014 года уже прорабатывалась идея создания Южного округа военного, но для этого не было ничего создано за это время. То есть нужно было создать штаб хотя бы, создать бригады. Сейчас начинает заявляться, власти Беларуси говорят о том, что нужно призвать 20 тысяч солдат новых дополнительно как раз на Южный округ. Но чтобы их призвать, это вызовет крах в экономике. То есть с экономики нужно взять 20 тысяч человек, которые работают, и платить им зарплату. Это невозможно. Мы изучали ситуацию, значит, ситуация, это невозможно. Но готовность какая-то проводится, скрытая работа идет. Сегодня даже нам поступила информация, что все срочники, которые забираются в армию, подписывают контракты, чего раньше не было. То есть месяц, а не месяц, после месяца службы подписывают все контракты. То есть мы видим, что работа идет. Но говорить о том, что нападение будет в ближайшее время, то это невозможно. Так, а підписують контракти, ну, для чого? Це щоб, бо мені розповідали, що там мало не 8 з 10 білоруських військовослужбовців не хочуть іти вмирати в Україну, дивлячись на те, що роблять тут з російськими окупантами. Тобто, таким чином, контрактами цими їх намагаються якось прив'язати, не дати там написати рапорт або, ну, не знаю, в логіці, мабуть, Лукашенка дезертирувати з армії, чи для чого? Конечно, чтобы привязать. У нас сотрудники МВД все служат по контрактам. Контракты – это как рабовладельческий строй. То есть человек привязан этим контрактом, он не может уволиться, он должен дослужить определенный срок. Почему сотрудники и мало увольнялись после выборов? Потому что они должны были выплатить большие суммы денежных средств, которые, так называемые подъемные, которые при заключении контракта выплачивались. Теперь таким же образом, видимо, решили удержать военнослужащих. Але якщо наразі загрози нападу немає, яку гру взагалі грає Лукашенко? Тому що, дивіться, з одного боку ми бачимо, він каже, я там не збираюсь нападати, я готовий допомагати зерно з України, так, якимось чином вивозити там на Захід. А з іншого, він каже, що ми там не виключено готові напасти на Західну Україну, тому що загроза з боку Заходу збільшується, і ми маємо щось робити. От його гра – це зараз про що? Куди? В який бік? Но Лукашенко полностью зависит от Путина. Что скажет Путин, то он и будет делать. Соответственно, по нашей информации, по информации наших аналитиков, он должен напасть на Украину 100%. Но когда это будет, непонятно. И, значит, готов ли он будет напасть. Возможно, это будет совместно белорусские и российские войска. Вот. Но конкретно белорусы сейчас не готовы нападать. И белорусская армия, это...
И эта армия осуществляет поддержку Лукашенко. То есть силовики – это его электорат, это его поддержка. Он остался после захвата власти в августе 2020 года у власти только благодаря силовикам. Вот если силовики все погибнут в Украине, соответственно, Лукашенко не будет поддержки. Он это тоже понимает, и поэтому он до сих пор не вступил в войну. Он балансирует с Путиным. То есть он играет в свою какую-то игру, вот, и оттягивает этот момент максимально. Рассказывает Путину, возможно, про угрозы со стороны Польши, со стороны партизан, которые там совершали диверсии на железной дороге. И так далее. Но по нашей информации он в войну должен вступить обязательно. Вопрос, когда? Не надто втішна інформація. Скажіть, будь ласка, яким чином, ну, тому що от навпаки, от український центр протидії дезінформації, такий, так, вони проаналізували риторику Лукашенка від початку війни до завершення і кажуть про те, що навпаки, вона от, ну, змінюється в бік такого якогось, ну, не те, що в миротворення, так, але, ну, не настільки стає войовничою. Він намагається якось там петляти між крапельками. Чи відповідає, на вашу думку, це дійсно? Ну, последнее его заявление, которое были пару дней назад, он говорил о том, что он будет помогать украинцам воевать с поляками, которые хотят захватить Западную Украину. Ну, вот бред такой, понимаете? То есть это говорит о том, что какие-то намерения все-таки он высказывает, что он должен вторгнуться, но для белорусов он говорит о том, что он будет помогать, а не захватывать. А наскільки відповідає дійсності та інформація, що Путін, ну от Лукашенко, там ми вже якось говорили з кимось представників вашої країни в цьому ефірі, що Лукашенко зараз посилює КДБ, так, він збільшує якось там кількість військ, він розгорнув ці загони там тероборони чи формує, так? Начебто таким чином, намагаючись і себе убезпечити від можливого позбавлення його влади Путіним. Да, все возможно. Лукашенко себя чувствует царем, он не хочет терять власть. Ему, в принципе, без разницы Запад, Россия, главное, чтобы он был царем. Он станет на ту сторону, которая ему выгодна. Вот ему терять власть, ну, он не может потерять власть свою. Вот поэтому, если не получается с одной стороны, то он будет договариваться с другой стороны. Вот и сейчас у нас есть информация, что он якобы уже устанавливает среди белорусских силовиков тех, кто состоит на пророссийской стороне конкретно, которые могут его предать. Вот. И ведется в этом направлении работа, и расширяется КГБ, вот последняя информация, значит, расширяется КГБ, как раз создаются там боевые отделы, которые могут выполнять, заниматься физической ликвидацией людей за границей. То есть он укрепляет свою власть. И, возможно, конечно же, он хочет, чтобы она ему в случае чего помогла, эта армия белорусская, воевать и с Россией. Но это бесполезно. То есть в Белоруссии генералы, верхушки, они очень пророссийские. Они все проходили службу, большинство, учебу в Российской Федерации, где подвергались вербовке со стороны ФСБ однозначно. И имеют многие российские корни. Вот для них Беларусь – это часть России. Поэтому не знаю, как Лукашенко с этим собирается бороться, если вдруг надо будет. Тобто, чи правильно я розумію, якщо Лукашенко на якомусь етапі перестане влаштовувати Путіна, то спецслужби, ну там, чи силовики білоруські виконають наказ Путіна, а не почнуть захищати Лукашенка? Я думаю, що так. Да. Зрозуміло, почули вас. Дякую вам, пане Олександре. Олександр Азаров, експівробітник МВС Білорусі, був з нами на зв'язку.